На городской доске почета появились новые фотографии муравленковцев. По традиции на ней размещают портреты тех, кто внес значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета. С героями трудовых достижений познакомилась Наталья Матюшкина. Педагоги, врачи, нефтяники, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и пожарной охраны. Все они внесли большой вклад в социально-экономическое развитие нашего города и своим многолетним трудом заслужили право оказаться на доске почета. В городской администрации состоялась торжественная церемония чествования лучших представителей профессии. Здесь собрались люди, которые на протяжении многих лет своим добросовестным трудом и отношением к делу прославляют наш город. Все они прошли большой профессиональный путь и являются создателями истории Муравленко. Пример для других людей, и даже не только с точки зрения профессиональной, но и с точки зрения вот своей личной и гражданской позиции. Поэтому от имени, вот, то есть уже от всей администрации города Муравленко, конечно же, я поздравляю вас и желаю вам крепкого здоровья, больших профессиональных успехов, семейного благополучия. Пусть в вашей жизни все складывается так, как вы, к чему вы стремитесь и чего вы хотите. 36 лет город Муравленко живет трудом и энергией неравнодушных людей самых разных профессий. Для многих он стал не просто родным. Их связала жизнь и судьба. Ольга Карпова заведует отделением физиотерапии с 97 года. К опытному врачу-терапевту пациенты идут охотно. Она всегда выслушает и назначит наиболее эффективный и безопасный метод лечения с учетом индивидуальных особенностей организма. Впечатление даже сложно сказать. И приятно. И все-таки жизнь прошла в этом городе очень много лет, больше 20 лет уже здесь. Конечно, приятно, что люди вот так вот оценивают труд. Потому что наш труд, он, в общем-то, для людей всегда. Зугра Акмалова преподает химию в многопрофильном лицее. Большую часть своей жизни она посвятила работе с детьми. Благодаря профессионализму и богатому педагогическому опыту, многие из ее учеников добились высоких результатов в различных конкурсах. Я очень волнуюсь. Я сегодня хочу сказать от имени себя, от имени наших коллег, что высоко оценили наш учительский труд. Спасибо. Супруги Иван и Светлана Мамчур 19 лет живут в Муравленко. Оба творческие, талантливые, оба преподают в музыкальной школе. Педагоги уверены, музыка способствует всестороннему развитию детей. Профессионализм музыкантов, неудержимая энергия и опыт позволяют раскрыть способности ребят и увидеть их настоящими. Очень рады тому, что достойны быть почетными гражданами города Муравленко. Мы очень рады тому, что все-таки это признание. И постараемся нести достойно честь и быть примером для остальных. А я хотела бы от своего имени и от имени Ивана Федоровича поздравить всех с награждением, пожелать им крепкого здоровья, благополучия, городу процветания и всех благ. На обновленной доске почета жители города смогут познакомиться с именами самых достойных представителей абсолютно разных сфер деятельности, специальностей и направлений. Они – гордость нашего города. А тех, кто созидает своим трудом наше будущее, на кого равняются и берут пример, мы расскажем в нашей телевизионной рубрике «Лица труда». Наталья Матюшкина, Антон Иванов. Новости Муравленко.